угроза! Холера! Куда стрелять-то? У меня рывки замедленные. Ой, ну это попа, я не пройду точно. Все, я вижу, куда стрелять. Ух ты ж! Тут это дерьмо. Понятно, ульта такая. Неподходящая. Ну ладно, зато урон хороший. А это что такое? Блин. Первый уровень готов. Это только первый. Ну, первый раз надо запоминать просто. Хлопнулась тварь. Мы вообще в какой-то заднице находимся. На платформе в бесконечности. Вижу, вижу! А как туда попасть? Между платформами надо прыгать. Нифига себе тут. Жуть какая. Зараза! И с моими рывками замедленными это вообще попа будет. Я урон не наношу, я понял. Как тут? Я ж не перепрыгну. Вроде еще не убил. С дистанции лупим, нормально. Оружие позволяет. Эх ты, лазерная тварь. Нет, тут плохая позиция. Жизни нет совсем. Последний уровень, но тут срака будет по-любому. Где я? Что за? Охренеть! Я просто летаю. Это может быть последний босс, кстати. Такое дерьмо обычно в конце происходит. Охренеть! Да ладно! Ну в смысле? Мне жизнь не восстанавливается же, да? Понемножку. Холера! Какая музыка эпичная. Как будто что-то великое происходит. Неведанное. Чуть не упал. Да ладно вам! Это что, я сейчас убил его? У меня еще жизни есть. Вон же. Да ладно! С первого раза очень легко было. Третий этап, причем самый легкий был. Второй самый тяжелый. В
третьем мы просто скакали и стреляли, они в нас попасть не могли. Невероятно легкий босс. При том, что я сегодня контуженный. Больше никаких препятствий. Наконец-то я получу ответ на белую тень.